Первая группа налево, вторая направо. Один. Блять, просто пожар. Ты далековато стоял, Матей. Там мины. Не, мины далеко от него были. Мины, лок, осторожно. Милики, когда вам нужно отбегать от босса, вы можете бежать просто за танком. Он прибежит к вам быстрее, чем вы будете его догонять босса. Что делаем дальше? Чё, за вам будет Фьюри, а будет Фьюри этого Локарис и все. Один. Еще раз будем скидывать. Забафайте их. Уже. Сейчас скинуть скобы. 3, 2, 1. Цветок там дадите? Ага. Первая пати налево, вторая направо. Был. Уходи оттуда. Сходимся. Скоро обстрел будет. Сейчас закончится вот это. За спин. Напротив плеча не стойте. Милики, шаг назад. Из центра. Все, нормально. Пламя. Один. А, ёпта. 300 получил. Так, минус 20 надо было давать, как бы, да? Тяжкий босс. Ты ещё видишь, сетап хилов такой, блять. Нормальный сетап хило. Охуенный, я бы даже сказал. Я бой начинаю уже с гаргой. Вайпайтесь. Смотри, на первый раз, Юра, наверное, ты юзаешь мастера, а на второй Баузер ты должен юзать. И это не должен анонсить, вы это и сами видите. Я на первую юзал. Но Юра, наверное, я вижу, что юзанул. Давайте так сделаем даже. На второй юрнера этот, как его изонешь? Сакру? Да. Чтобы паузер юзанул мастерала и сакру. Какую сакру я тебе дам? Да, два хила убивайте. Паузер дает на второй огонь, на второй фазе мастер аур и холи пау дает сакру. Да. То есть месть. Даем сакру, когда скидываю огонь или в мели. Там, когда начинается весь лук. Когда. Перед тем, как скидывать огонь. Я даже отсчет вам даю каждый раз. Хорошо. Ну, в смысле, до огня, когда. Это последний трайф, Хэйми. Так что, давайте убьем. Давайте постараемся. Я сегодня зарылил за ШПшника. Ну там было вообще жестко, там хилы были. Я сейчас вспомню.
Фау. Ржан. Ржру, по-моему, нужен. И я шипошникам еще щитки кидал на всю эту хуйню. Так, смотрите. У нас на всех хилах метки висят. Если вы далеко от хила, ну, вы сами понимаете, что с вами будет. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. 2, 1. Это будет красивая победа. Бегать будете скоро. Бегать. Кровотушение. Нет, не скоро. 25 секунд. Попасть. 16 секунд. Огонь. Уничтожение области через 9 минут. Не прислоняйтесь друг к другу. 5 секунд тушения. 3, 2, 1. Все. Три. 2, 1. Три, 2, 1. Мастер Аура, не нужно давать, блядь. Ну, Паузер, ну ты... Давай ты не будешь издеваться, ну. Был. Сходимся. 1. Сразу потушу, нихера себе. Красавчик. Скоро обстрел. Беги, малышка, беги! Паузер, забери. О. Скоро будем скидывать огонь. Двигайтесь, двигайтесь. От плечом не стойте. 1. Переходите на разные стороны. Масхил, масхил, масхил. Все. Помог как мог, блядь. В центре скидываем, уходите, да? Да, в центре, да. Сюда подойдите. Сейчас на себя метку ебани, чтобы мы за тобой бегали. Чтоб ты нам давал направление. 3, 2, 1. Ну, ёпт ваш. Не надо тапаться. Голову на танц. Скоро бомбот, 1 секунда. Три, 2, 1. И дальше пошли. Велик, убейте его. Бомбот сейчас вылезет. Скажешь, когда сажать? Сейчас. Сажаем. Посадим. Скоро огонь. 3, 2, 1. Бейте и уходим. Мелики уже могут ходить там. Эти. Уходим.
Дальше, 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 иди. Просто бежите. Тащите голову с собой. Там бобот, 2 секунды. Вывалил. 3, 2, 1. Бейте голову. Добиваем это. Смотрите огонь, осторожно. Да, слева он потушит вот этот. Сейчас просто по кругу бегать и пизда. От, ну, от огня. Один. Как обычно, бегаем по часовой стрелке. Сейчас я задутаю. А, нет, не буду это убить. Так, бомбу метнул. Куда он метнул? Далеко, нормально. Огонь. 3, 2, 1. Мины сейчас выкинет. Мины осторожно. От ракеты уйдите. Так. Скоро обстрел будет. Одна секунда. За спину. 3, 2, 1. Может, мы по центральной больше дадим? Ах ты, сука! Захильте, захильте, захильте. Так, центр больше голова, центр отбегайте. Голова. Там центральную бы подамажить, да. И башку. 8. Я хуй знаю, чего вы не бьете, блядь. Один. Так, судно. Сейчас судно побить. Осторожно, мина перед нами стоит. Ракет. Башку теперь побейте. 15%. Беги, малыш! За спину. Осторожно, мины. Два. Один. Бейте, 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 башка уже убита. Осторожно, осторожно. Вы некуда бойте. Убивайте, добивайте быстрее. Там стали, блядь, не успели. Сука. Крут ебал нах. Да, огня много слишком. Сука. Рано убили сигнальных ботов. Рано убили голову. Рано убили голову. Ботов вообще не надо убивать. Смотрите, когда у какой-то части остается 150 тысяч, таб сделайте, посмотрите, сколько у остальных частей. Всегда так делайте. Каждый рейд. Че, бабочки закрываем? Да. Ну так-то да, блять, время ебать. На уголоде пройдемся. Нет, там не будет где ебаться. Не, алголон будет. Да, Валема. Может, тогда сразу алголон и пойдем стукнем потом Мемирону в обычку. Ну я чего алголона-то не хотел сразу идти? Чтобы люди разогрелись-то. Брэсселин, я думаю, да. Валим аспека сейчас на обычку-то смысл трихила. Ты, по-моему, в соло выхилишь. Я вот людей вожу, 10 человек. Пожарника мы убили, но Галона на следующем уже, когда будем травить. У меня уже есть примерно план, как с тем рейдом его затравить. Точнее, убить. Там все зависит от человека, который разбивает. Это по-любому, да. Да вообще от всех все зависит, типа командная игра же. Ты ж ни в одного вывозишь. Ну да. Просто надо всем поработать. Поднапрячься. Вот скажем,
Три хила хилили. Ладно, давайте, погнали, да? Да, давайте. Три хила хилили, я тоже подхиливал. Если бы я не подхиливал вообще, то там были бы смерти. Манекен ебаный. Ну посмотрим, умрет кто не. Кто умрет, тому ГП? Да. Запись в книжечку. На карандаш. Чё-то мне кажется, мы до баража его можем ебануть. Нет. Как чё-то в этом рейде? Мы без Бэла будем бить. Всё равно уголовно скоро будем. А кто нам остался? Только Алгалон и всё? Нет. Ну, острая Игнис ещё. Острую надо Энтриню на крит там, блять, выбить, сука. И ачивку дадим. Мы ж по-любому эту ачивку не сделаем за один рейд. Какое? СРУ? Ну, 25. 25 мобов. Да, там сколько хочешь. Делай. Ты можешь не сразу делать. Я там говорю, по сути, в целом, там, по-моему, где-то мобов 40 вылазится все время. А надо дот. Беги, малышка, беги! Смотри, я сговорил, не будет обстрел. А еще бот. Сейчас давай еще до бомбота, нахуй, голову ебанем, нахуй. Да не, она там... Просто, нахуй. Нет, это нереально. Там разница в 10 секунд. Я знаю. Че, тайфун, да, блядь. Ну пиздец. И ДК опять умрет. В смысле, бля, опять. Ну, в тот раз почти тоже убили. Прямо его. Там тоже голова воскресла. Причем второй раз уже. На четвертой фазе надо будет голову затаунчить. То она стрелять будет. Она не сбрасывает так, как после третьей фазы. Не хочу умереть просто. Она мне была. Ну, посмотрим сейчас. Давай до этого, до баража ебанем. Тут тоже никак. Пытаемся. Да не, можно. И дудки долго раскидывают, блядь. Сейчас уже башка упадет. Ну так тело бить. Все пизда башки. Ноги, ноги, ноги. Больше ноги. Давайте до баража, давайте, ноги, давайте. Ноги. Вы можете. Блядь. Почти. Мина, осторожно. Башка, 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 башка. Все. Ну почти до баража. Закини себе башка резнулась, нахуй. Закини себе башка резнулась, ебать. Нихуя был бы позор, блин. Муж, я неплохой. Ой, спина неплохая. Тоже башка никому не нужна. Ну, хули за удавись. Так.
Че? Башка сказал, ты какой там левел? 219? 226. Нихуя себе, блядь. Я тоже когда узнал. Алгалон или Визакс? Нахуй нам Визакс, блядь. Мы же, блядь, нормальные пацаны, блядь. Сейчас играл в Альгалу, короче. Ну, прохожу там это дополнение Гнев Друидов, блядь. Ну и думаю, блядь, что за хуйня? Где боссы, где какая хуйня? То какие-то короли, блядь, какой-то Ирландия, какая-то хуйня, блядь. Ну и, короче, баба там какая-то друидка, блядь. Говорит, блядь, принеси мне 11 кусков янтаря, блядь. Ну я захуярил всех петухов там этих принес ей. Она говорит, сейчас я тебя, блядь, зелье сварю. Ну думаю, ну все, пиздец, нахуй. Сварила, да. Короче, и там, короче, какой-то босс, нахуй. Нихуя, я прям один раз сдох, короче, потом его заебашил. Там, вот, с него копье какое-то выпало, блядь. Три раза, типа, попадаешь по противнику и электрические разряды. Ну еще не опробовал его. Блин, хочешь мазохизма, человек? Да. Так хочется тринку с Алгалона на ДД. На... Сочно крита. Нет. Куда вы ушли? Никуда. А мы куда идем? Мы уже трэш чистим на ауге. Да, туда идем. Кто на звезду? Шаман, наверное, или лок? Лок Дестрик. Шаман мало ДПС дает. Если лок Дестрик, то лок, наверное. Нет, Африк. Лок заебись, да, говорится. Шама, что у тебя с ДПСом-то? Ну, слабенько дает. Да. Шмота не хватает или что? Бля, я вчера так угарнул. Секонд пок или чпок локом заходит, бля, говорит. Я лок, ребята, берите меня в пасть. У тебя Африк есть? Нет. Какого хуя у тебя Африка нету, блядь? Да я удивился. А где уголовный? Так, я в танке остаюсь. Кстати, появится сейчас. Сейчас Бран с этим бронзобородом, по-моему, поговорить надо, не? Он идет. Тебя, я наверное... с палом танчу, да? Если у тебя, наверное, мало крита, поэтому... Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат... Такой. Я только переоденусь. Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерот. Так, что, определимся, кто бьет сферы. Лук у тебя дестрик есть же вообще? Для того, чтобы сражаться с вами. Ну вот, все. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить... В Африке что-то долго надо разгоняться по звезде был. Смотрите, три класса могут только звезды бить из-за своей мобильности. Дестрик, ЛМ и Хант. Бля. Выбор небольшой. А чё у них за мобильность такая? На ходу. Быстрая скорость каста и быстрый он. Ага. Ну да. У Ханта. А у тебя аркана нету? А, здесь он плохо. Не? А вот эти метки ты для чего ставишь? В этих это местах для... примерно будет появляться звезды. Это примерный ориентир. Ну, это мы знаем, но как бы не знаю, как вам, ребята, но бой и так сильно насыщенный. И звезды, и созвездия, и кара на полу, и черные дыры. Вот эти метки, они просто мозолят глаза. Ну, как мешают. Лично мне не знаю, вам как, я хуй знаю. Не мешают. Вообще до пизды. Мне тоже мешают. Хоть весь пол нахуй в метках обклейте, блядь, до пизды. Ну, они реально мешают, типа. Одна в центре. Метки нужны для того, чтобы люди понимали заранее и быстро, в какую метку мы будем заходить. А-а-а.
что, поехали? Боль глазам это Малигос, который забагался. И у него там фон, блять, контузины. Ну я жду, пока до Каспуля. Так. Вот эти. Значит, кто будет бить первую звезду? Наверное. Блять, тут выбор-то небольшой. Войт, я и Элем первую звезду убьем. Первая звезда должна взорваться. То есть, Шам, ты будешь бить против часовой стрелки. Первый раз. То есть звезда, потом трусы, потом крестик, потом ромбик. Ты же говорить умеешь, да? Ну, вось. Да. Ты тем, смотри, как у тебя осталось два шота, ты должен говорить, что сейчас убьешь. Чтобы хил мог понять. То есть, если рейд на фул хп, если не фул хп, он должен сказать любой хил, чтобы остановился и не убивал звездот. Блять, сука. Пал, забери сосредоточение, пожалуйста. Спасибо. У меня огонь. Чего не так? На, все. Да я на себя этот истерию кинул, блядь. Да, не страшно. Так, это что касается звезд первых. Тебе нужно успеть за 50 секунд все 4 звезды убить. Потом появятся еще одни. И потом уже, примерно когда 4 звезды убьешь, появятся 4 новых. Примерно через 5 секунд нужно будет заходить в портал. Первый раз мы будем заходить в ромбик все, кроме танка, который танчит босса. Что вам нужно сделать? Вы заходите в бассейн, у вас другое измерение портует, и вам нужно бежать к стене от мобов. Потому что мобы бьют, если к ним подойти в АОЕ. То есть вам нужно от них просто убежать. И по истечении этого дебафа вам нужно не стоять в месте, в которое вы зашли в портал. То есть, допустим, вы зашли вот в ромбик, вам по истечении этого времени нужно не стоять в этом месте в ромбике. Допустим. Какую звезду первым разбиваем? Звезду. Звезду в звезде, да? Да. Потом, когда мы выйдем, шаман, ты уже будешь против по часовой стрелке разбивать. То есть ромбик, крест и так далее. А мелики вы должны в одном кемпе бегать. Говорят, если без смерти убить, дадут ачивку. Он умоется вашими слезами. И что, свои... бой начался, что ли? Что-то нет. Понял, смотрите еще. Она как на килту сзади, тут периодически будет метка красная появляться. Кара. У вас 4 секунды есть, чтобы выйти из нее. Через 4 секунды, когда она появилась, вы получите урон, умрете. Если не уйдете. А что тут кто-то тактику не знает вообще? Я освежаю память тем, кто не помнит. Что-то. Метров на 15, говорят, надо от нее отбегать, чтобы минимизировать урон. Так, давайте 30 секунд подождем, и у меня как раз когда-то стири откатится для крадельки. Там как раз запуск будет секунд 20. Так, сколько у тебя там времени? 15 секунд. Нормально. Погнали. Все равно припоты пить никто не будет. Первый припот. Первый припот не надо пить. Первый раз. Первый танк должен дать и из пула был, да. Через 15 секунд после пула звезды появляются. А, и шаман. Старайся метку ставить на звезду, которую бьешь. У всех должны быть включены плашки над врагами. Здоровье. Плашки здоровья. Был. Бэйл.
звезды. Шаман, ты спишь или что? Нет, представить не могу. Кара, вышли. Ты должен это делать, не стоять, тупить. У тебя нет времени для этого. Взрыв. 5 секунд заберешь, сейчас скажу. Забирай. Кара, вы... Взрыв. Это скорость, еще одна звезда, зараза. Мастера. Я прожим. Так, один труп у нас, шаман. Ага. Шаман, смотри на меня, видишь метку? Ты должен бегать вот примерно по такой траектории. И вокруг стенки, а вокруг вот этого вот места. Чтобы тебе минимальное... Я в портал зашел. Тебе минимальное должно быть расстояние до следующей звезды, чтобы бегать. Чем дольше ты бежишь, тем хуже. Ты должен практически всегда дамажить. И стоять там, тупить. Лоб умер. А уже вайп. Когда шаман умер, уже да, все вайп. Да, в смысле стоять тупить? Я сразу же как появилось, начал бить. Ну я смотрел на тебя, ты стоишь, смотришь что-то. Я вообще ни минуты не стоял. Пока не было звезд, я бил босса. Появилась Потом. Звезда, то есть... Да. Дайте мне меня диван, если можно. Не Паза. Надо. В любого диван дайте, у нас... Да не надо, тут диван не нужен. Так у нас же мастрес. Там не работает, если СС только, нормально будет. Он типа все равно убивать должен. Серьезно? Нет, все. Он на небесах, я вышел из боя. Чё, давай резай всех. Давай! Я тыкнул, резается. Так, пока шаман это... смотри. Забыл это сказать, тебе нужно бит сделать. Побежали назад, сейчас забавимся там. Рыбу ставьте. Нажимай назначение клавиш. Самый низ горта практически. Раздел метки для рейда будет. И вот метка цели. Любую метку убирай и бинт делай на нее. Так а кто по итогу звезды бьет? Шаман? Да. А какие еще варианты? Не, нормально он бил, как бы он быстро убивал их. В принципе. Блин, мы 2 рабы потратили. Я сижу, жру, не заявились. Ну, я думал, там проваливается, поэтому убежали. Люди только с ума нищиеся проваливаются. Вот это все узнают, блядь, что у них проваливается, что не проваливается, блядь. Память у них проваливается. Давайте. Ты сбин сделал? Роман. Тут по отчету, да? Я тебе говорю, у нас назначение клавиш нажимаем. Почти самый вниз гортай. Метки для рейда раздел. Ну, проверь. Давай, покажи. Любую метку. Сейчас я тебе в Дискорд дам. Не делай эту залупу. Сейчас я тебе дам в Дискорд. Все работает, он поставил луну. Он... Да хули толку от этой луны? Надо, чтобы он тыкал обилку, ты мне который бьет. Подождите, умники, ё-моё, вот прям раздражайте. Дай мне для начала помощника хотя бы, как я тебе метку поставлю. Точно, ты. Красава. На, давай. Это эти все хуйня. Вот этот я тебе сделал в Дискорде. Скопируй и поставь макрос слэш-каст и обилка, которую ты чаще всего тыкаешь, молния, скорее всего. Слэш-каст, молния, на следующей строчке вот эту хуйню, это будет звездочку ставить. Ну, от 1 до 8 там все метки. Вот этот макрос запили и поставь вместо молнии себе. И когда ты будешь тыкать, ты будешь одновременно вешать метку. То есть все будут видеть, какую ты бьешь. Ну, я так делаю. Ну, а как вы хотите, я хуй знаю. Типа, что если ты будешь сначала метку вешать, а потом бить, ну, просто время пройдешь.
работать. Да, да, да. Начинать ты должен вот примерно в таком месте, в таком радиусе примерно ты должен ходить. Все, примерно большинство времени. Ну, под ноги. Смотри. Недалеко, а вот поближе к боссу. То есть меньше будет времени бегать за звездами. Давайте, давайте, ребятки. Сейчас мы будем... Разговоров больше дела. Победа близко, блядь. А сейчас, блядь, бомжей вызову, нахуй, и пульну. На одной секунде пьем. На атаке пулишь босс. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную. Да магерам обычным не надо под боссом стоять. Был. Звезды. Осторожно, танк. Взрыв. Владин, готовься. Скоро будешь забирать. Взрыв. Давай, забирай. Забрал. Первая бей, которая в миле ближе. Она сама зайдет, ну? Осторожно, милики. Милики, выйдите. Так, закрывай, которая ближе к миле. А, нет, да, да, правильно закрывай. Сейчас следующий закрываю. Не бить новые или нет? Конечно! Циклично! Сейчас заходить будем. Заходить. Бегать от них. О, ебать. Да, блять, трое не успели. В 8 было бы там. Не повезло с местом. Падать. Да, циклично это продолжается хуйня. Между призывами минуты ровно. Первый призыв, 4 звезд, 15 секунд после ПВО. Суровый каждый 90. Кара каждый 25. Созвездие каждый 50. Падает удар каждый 15. 360 секунды, 4 звезды. Что не так, Кадрик? Выкинул. Не знаю, в смысле тебя выкинул? Там кто-то вообще не успел выбирать. Мы просто в последний момент подбегали. Наверное, из-за этого. Может, даже не из-за этого. Смотрите, босс начинает кастовать. 10 секунд каст у него. Вам нужно на 4 секунде зайти. Никогда вы там захотите на 4. А может, раньше ты зашел, да? Ты, наверное, рано сильно зашел. Там дебаф 8 секунд висит. Аргос Карпидов. Тут первый портал же около ромба. Ну да, но они же летают, звезды. Там плюс-минус ориентир. Это примерный ориентир для вас, чтобы вы понимали, в каком направлении вам вообще двигаться. А то большинство времени вы в другое место смотрите и не видите, где портал до того времени, как вы либо умрете, либо это, что-то еще. Короче, секунд, ну я не знаю, секунд 3, наверное, остается, поставлю заходи. Ставьте. Да, проебались. Но зато мы много снесли, 60%. 59. Было. Мы снесли 60%? Ой, оставили. 60. А, что, что-то думаю, что как-то зажило на 60%. Вроде бы цел Кагирю. Когда вы вышли с портала, было 59%. Нормально, так за этот портал уже, мне кажется, может быть, даже и перевели бы, не?
Не знаю. А это учтите еще было. Так, где рыба? Капелька. Где моя рыба? Все, у меня стамина кончилась. Хуёво. У меня еще есть стамина 8 свитков. Хорош. Бля, вот сирусы не могли бы сделать нахуй не рыбу, а какой-нибудь шашлык, я хуй знаю. Шаверму, да? Когда следующий контент откроется, там улучшенная рыбка будет. Шашлык из совы, нахуй. Тут, блядь, пиздец. Шашлык из совы сделают. Совиный шашлык? На шееме, блядь. Давай продолжим. Ой, блядь. А теперь давайте культурные воды. Ладно, камеры. Давайте, ребятки, сосредоточьтесь. Вроде уже там, ну... Это будет красивая на победа Орды. На неделе. Жизнь не может быть вечной. Жизнь – боль. Сразу давай, Белл. Это твой первый каст должен быть. Звезды. Берегитесь. Что я думал? От кару убегал. Ну, я имею в виду, взывал. Метка на звезду. Взрыв, короче, сейчас будет. Забирай, помните. Забрать? Да-да-да. Берегитесь. Как? Так, у одной звезды еще меньше. Сейчас забыл. Взрыв. Так, пропало это, короче, звезда не пропала со звездью. Кака. В крестик заходить будем. Так, а чё там крестик стоит? Прям сзади меня. Это я тренировался. Ага, спасибо. Всё, бей, да. Всё, забрал, поводи. Кака. Похитил. Нормально. Сорян. Не заметил, из-за созвездия прям подо мной были. Давайте, у нас все примерно хорошо. Берегитесь. Пока. Взрыв. Не успелись, я уже все не успеваешь. Вон там под мили зоной. Взрыв. Иди туда. Забирай, забирай, паладин, я уведу. Забирай. Забрал. Блин. Забрал босса? Я не могу. Берегите. Я тыкнул одно, другое агро. Все, забрал. Отлично. Блять, два трупа. БРМ может. Кил умер, все такое. Поднимаю. Ты его случайно опять согнул. Не, я звезду забрал. Так, дырок-то нет, а блядь. А хули я тыкаю в него, агро, он не хочет. Взрывка. Это баг, он не на тебе. Вот-вот. Блядь, дырок-то не было, блядь. Блин, тут здесь. Две пы. Подо мной дырка взорвалась. Короче, не успевает он звезды бить. Надо мне побить его, походу. Пускай после попробует побить. Кае не будет. Че не будет? Кае. А, ну Лока тогда хуй знает. Ну у нас хватает, в принципе, урона. У нас вот 33% до второго осталось. В принципе, я думаю, может, два человека пускай побьют. Или хилу ассистить как-то, блядь. У нас же ШП, видишь, нету, блядь. Я говорю, я ШПшником вот ассистил на пожарнике. Оно так помогает, пиздец. Я даже хилил, помимо щитков, я еще молитвы своей не хилил по 5 человек пати.
Вот но я здесь. Типа у меня КД на шипа есть в этом же райде, но я хз, тут профит не будет на маге мне. Он у тебя одет еще послабее, чем маг. Да как сказать, 220 уже. Да? Ну, может и сыграет. Ну это надо прям сыграть, пиздец, там и щитки надо вешать. И вот, вот допустим, взрыв произошел, и ты смотришь, у звезды еще мало типа хп, и ты хилишь мразоселение, самую просаженную пати. Типа, может по, ну, сработать. Есть предложение, может быть, в первую звезду все пускай вольются, так и потом после того, и после, после того, как выходите из портала, еще раз все первую в одну же звезду влейтесь, как выходите из портала, все вместе, РДД. Можно. Там, знаешь, еще как можно? Можно, чтобы лок, вот он афлик, да, вот чисто вот, которую бьет шаман, он просто, чтобы порчу хотя бы кидал, просто порчу, можно же кинуть, это же вообще не повредит никак ему. Просто ГКД пройдет одной стрелы, кинет порчу. Тут дело в том, что не совсем контролируемый урон будет тогда. Ну как не контролируемый? Ты увеличишь скорость умирания. Я вот что заметил. У него не совсем хватает дамага. То есть вторые звезды, у него осталось две звезды полухпшные. И появились новые. Вот от этого и мы вайпаемся. Потому что надо их еще быстрее бить. Ну сколько я раз это говорил. Потому что это давно уже нарисовано. У меня картинка есть, сейчас я вам скину здесь. Таймлайн. Там все строго, блядь. Чем быстрее убиваешь, тем больше времени на всю остальную хуйню. Не боюсь, у меня еще рыба есть в запасе. Так, я даю стамину, да? Давай ты будешь бить с ним две звезды. Войт. Да, я хуй знаю. Ну как так? Или две с половиной тогда бить. Ну не знаю, первых две звезды просто пускай они расхерачат, а там уже он сам справится. Но у нас же две остается, пускай две вот побьют вместе и все. Я, короче, не знаю, блядь. Ну, мое предложение какого-то мощного надо посадить. Либо помогать. А, это не надо. Стамину дали уже, да. Разве не, не этим же составом в прошлый раз закрыли? Нет, по-моему, или шаман, подожди. Да, другой там... шаман был. Нет, было два шамана. Вместо Войда другой шаман был. Какой-то. Вместо Войда был Кира, кажется. Он и бил звезд. А, нет, Мэйби был. Да, Мэйби был. Он, там и шаман 228 или какой. А 3% у нас еще от лапки же идет, да? 3% чего? 3% меткости. Нет. Сова вешает этот огонек. Ну лапка есть. Волшебный огонь, блядь. Да. Так, смотри, что будем делать. Вой, ты будешь 2,5 звезды с ним вместе бить. Может мне вообще все побить? Он пускай босса побьет. Да не обязательно все. Просто 2,5. Он будет успевать 2. Полторы звезды убить. Там меньше потерь ДПС будет. Хуй знает. Взгляните на мир моими глазами. Нам надо сейчас один трай убить. Необъятную вселенную. Почему? Даже для величайших... Ходить надо будет. Мои копии просто стоят шикарно. Платформа. Звезду. Берегитесь. Мили кара. Какую ты бьешь, я вообще не ебу. Взрыв. Паладин, готовься забирать. У той меньше. Забирай. Забрал. Ты даже лучше. Берегитесь. Взрыв. Той хп видишь? Да. Пауз, быстрее захиль. Все.
скоро появится. Кара, звезды вышли. В рампе заходить будем. Скоро надо будет заходить. Взрыв. Заходим. Войти, уходить! Ай, нормально зашел. Все. Захильте. Кара. Сколько у тебя стаков? Два. Какую бежа? По часовой стрелке. Взрыв. Сейчас будет третий. Третий. ДК. Че, я забираю, я просто звезду заводил. Угу. Забрал? Все забрал, да. Ой, взрыв. Берегите. Кара. Взрыв. Дальше ставь. Звезды появились. Понял, а чё у меня мана, а чё поседать? Взрыв. Кара, вышли. Скоро совы. Готовься забирать. Взрыв. Забирай. Взрыв. Забрал. Забрал? Всё, отлично. Угу. Куда? Да, я ту дальнюю, короче, завожу. Здесь, короче, возле тебя, который стоит, заходите туда. Взрыв. Берегитесь. Кака. В крестик заходим. Ходите быстрее, пока звезда здесь. Блять. Нормально, нормально. И скоро все босс. Я зашел. Все я зашел. Босс. Взрыв. Последний взрыв. Больше не бей, больше не бей, босса бей. Берегите. Хорош. А на скольки он переводится? 20. Резать будем, нет? Да. Ну так его ДПС нам нужен. За, за резь. Финал есть, будет. Сколько стаков у тебя? Два, три. Сейчас я заведу этот звезду. Кара, 2% быстрее. Сука. А, не мне надо было этот финал. ДК, берешь? Да, все, пиздец, манекен. Все, манекен, бля, ребят. Все, сейчас 4 секунды подержи, сейчас. Пока он так подышится. Войска, дай там нахуй нормально. Все, забирай. Все, забрал. Все, блям нахуй, все, пиздец. Так, нам нужно будет один раз зайти в портал. Это похуй уже. Блять, я зашел, какого хуя. Глыбы прожми. Мы его добьем. Надеюсь. Да, 4% крию. Зайдите. Да я ебал заходить, добили. Добили, добили. Ой, я на всё. А видишь, вот просто вот, ребята, вот заметьте всю эту хуйню. Это, ну, типа я вам не пиздел. Если звезды убиваются быстрее, все сразу убивается. Просто босс сразу убивается. Просто заметьте себе, на заметку возьмите эту хуйню. И всем, блять, внукам своим рассказывайте. Потому что я тут не первый раз. Все, я блядь, понял, блядь. Пиздец, у тебя скорость разговора в секунду прям... Блин, кстати, такой вот вопрос. А не сейчас ты уже понял, как эту тему танковать? А то... Да, но у меня была проблема только с заводом этих сфер, понял? Рэл. Рэл. Они как-то отказывали за мной ходить. Давай перекурим. Тебе долго? Я пойду. Недолго. Давай. Ну, сколько минут? Кто хочет отходить, ну, вешайтесь минут, на меня, 5. Я поведу. Иди, Шаман весь лут забрал. Абсолютно весь. Иди нам все равно. Иди, вешайтесь на паузера, я поведу вас к боссу. Нам все равно сейчас надо будет идти это бить. Вся эта хуйня нужна, даже тканевая, блядь, ёбаная. Так, давай не сейчас.